Итак, наступил уже новый день. Сегодня будет продолжение моего обжорства. Я уже успел подстричься, помыться. В то время настало обеда. Идем на обед. На обед у нас щи с курочкой. Тут пирог вчерашний, ну и куриные эти крылышки. Начну я, наверное, с куриных крылышек. Чувствую, что я сегодня опять объемся. Да, квала. Чё, крылышки съедены. Так, что, приступим к супчику? Блин, здесь еще курица. Что, сегодня куриный день какой-то. KFC отдыхает, блин. Столько мяса за раз. Это очень много. Так, супа давно не ел. Вкусный суп. Ничего не скажешь. Как бы ее взять-то? Так бы. Она какая? Наваристая. Только курицы сегодня. Да я и курицу давно не ел. Не, недавно ел, по-моему. Да, недавно ел, недели две назад. Но я тоже редко ем. В принципе. Фу, супец приговорил. Че, пошла в ход тяжелая артиллерия. Пирожок. Пирог мягкий все еще, блин, вкусный. Да, все самое вкусное, очень вредное. Ну ничего, можно иногда позволить себе, особенно когда угощает кто-нибудь, совмещая в себе несовместимое. Курица, пирог с картошкой, с грибами. Сейчас еще кофе буду пить с ватрушкой. Трэш полный, конечно. Так, ну все, с пирогом покончено. Переходим плавно к десерту. Вот и десерт. Ватрушка с творогом. Булочка. Ну и растворимый кофеек. Это ватрушки, творога-то не особо. В основном одно тесто. Ничего, вкусно. А булочка нежнейшая просто. Супер. Обед закончился. Вот такой получился обед. Ужин будет, я думаю, поскромнее. Пора отдохнуть чуть-чуть.
Ну что, время говорит, что пора идти на ужин. Что-то так неохота. В обед объелся. Но надо. Как я и говорил, ужин будет полегче. Это гречка, яйцо вареное, помидорка. Гречку чуть-чуть супа полил, чтобы было типа подливы. Начнем с яйца. Посмотрим, что у нас с желтком там. Растекся он или нет. Жидкий или твердый? О, жидкий. Как я люблю. Жидкий, как я люблю. Что-то есть не особо охота, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Вроде аппетит подходит. Что у нас с помидоркой? Сейчас помидорка какая-то вяленькая. Не очень. Так что как-то так. Ужинать будем поскромнее. Вот перца-то я забыл посыпать. С перцем-то будет поароматнее есть. Повкуснее. О. О, с перцем другое дело. Вроде обычная гречка. А перца черного добавил. И она настолько становится вкусная. Больше ничего не надо. Я серьезно. Гречка побеждена. На десерт 2 банана. Что-то какие-то они переспелые. Я люблю, когда слегка зеленые такие, недоспелые, жесткие. Но эти тоже сойдут, в принципе. Главное, что не гнилые. Банан на десерт аж вообще нормально. Захуял. Самое то вообще. Сытно и сладко. Фу, ну все, ужин я сделал. В принципе, на этом можно и закончить. Все, что я хотел показать в этом выпуске, я показал. Так что всем добра.